Я полагаю, что это не российские банки утонули, а Центробанк их утопил специально в рамках общей чистки российского банковского сектора. У нас нет банковского кризиса, у нас есть хронические болезни банковского сектора, когда многие банки были созданы при конкретных бизнес-группировках, потом изменилась жизнь этих группировок, и эти банки оказались в трудной ситуации. Плюс у нас зачастую был контроль недостаточный за банками, и они использовались для различного рода махинаций и тоже оказались в такой трудной ситуации. Поэтому у нас нет никакого банковского кризиса, а идет нормальное выздоровление, когда Центробанк чистит банковскую систему от больных банков.